Буквально через несколько дней по календарю наступит весна. А это означает, что не за горами начало строительных и ремонтных работ в областном центре. Надо сказать, что планы на этот сезон впечатляющие. Например, власти хотят обустроить 3 новых зоны отдыха для горожан. Помимо этого, будут отремонтированы и уже имеющиеся скверы. Все подробности далее. Население областного центра увеличивается, и все больше ощущается отсутствие достаточного количества мест для отдыха. Городской парк расположен довольно далеко от многих микрорайонов. Да и жителям хочется иметь пусть небольшое, но уютное место в шаговой доступности. Такую проблему должны решить скверы. В этом году на их благоустройство выделили 2,5 миллиарда тенге. 3 проекта новые. На 2022 год у нас запланированы работы по благоустройству 8 скверов, 9 скверов. 9 скверов, существующих и новых скверов. 3 будет у нас новых скверов, 3 новых скверов будут у нас, 6 уже реконструкции будут обновляться там. На месте одного из планируемых мест благоустройства в данное время расположен комплекс гаражей. Проект будет обсуждаться с их владельцами. Горожане, которые ежедневно здесь ходят, говорят, что проходить через сквер будет гораздо приятнее и безопаснее. Будет хорошо, конечно же. Потому что будет свежий воздух, будет где посидеть, поговорить после школы. Ну, отлично, здесь дети могут развиться, поиграть, познакомиться с другими детьми, а родители смогут отдохнуть. И после школы можем отдохнуть. Конечно, это хорошо. Детям будет где проводить время. Здесь они смогут и поиграть, и побегать. Насчет гаражей не знаю. Возможно, они нужны людям. Но детская площадка важнее, я считаю. Всего планируется создать 4 новых места для отдыха. Это спортивная площадка под Омеговским мостом, скверы в районе магазина «Урал», в районе северо-восточной части города, а также зона отдыха вдоль трассы «Уральск-Саратов». Ремонтные работы проведут и в 6 существующих местах отдыха. Также благоустройство будет сделано и во дворах многоэтажных домов. Разработки благоустройства 19 дворов, которые уже разработаны проект сметной документации. В них работы включают по подъездные пути, по установке детских игровых устройств, тренажерных устройств. Такие комплексы работ у нас запланированы. Все новые места для отдыха будут оснащены необходимым инвентарем для игры маленьких детей, воркаут с площадками для подростков и молодежи, уютными уголками для старшего поколения. Екатерина Шмидт, Ермолин Дагалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.